Привет, друзья и подписчики моего канала! Вас приветствует Ольга. Я сегодня с очень коротким роликом, видеообъявление для тех, кто участвует в наших марафонах, лотереях, розыгрышах. Итак, дорогие друзья, именно под этим роликом я буду ждать ваши комментарии с ссылками, которые вы делали, я надеюсь, в течение уже нескольких недель, в надежде выиграть приз. Призы мы будем дарить с сайта Ультравет. Призы фактически на любой вкус, цвет, есть у вас животные, нет у вас животных. На Ультравете можно найти все, что угодно. Очень рекомендую для тех, кто не держит сельхозживотных, посмотреть в Ультравете всякие средства моющие, чистящие для ванн, для плит, вообще для уборки, дезинфекции. Для тех, кто держит животных, там такой выбор, что, не знаю, собьешься со счета. И ветеринарные инструменты, и ветеринарные препараты. Все это вы можете получить в подарок, если подпишетесь на мой канал. А еще в соцсетях нужно опубликовать любое мое видео с моего канала «Деревенский дневник очень многодетной мамы». Таких ссылочек надо сделать как минимум 3 на разных ресурсах: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, где угодно, хоть в Инстаграме, хоть в каких-то группах сельскохозяйственных, порекомендовать. А потом прийти сюда и написать, что «Оля, вот мои ссылки, и я хочу выиграть то-то и то-то». Вот среди наших зрителей есть уже много-много победителей, и поэтому для них есть тоже прекрасная новость. Дорогие мои, те, кто получил уже подарки, а вас я знаю больше 25 человек, то ли 28, то ли 27, сейчас уже сбилась со счета, но, в общем, подарочек-то у нас получило очень много людей. И, конечно же, я получаю ваши письма на почту, что очень приятно, и, конечно же, я знаю, что вы с радостью пользуетесь теперь этими подарками, но многие из вас сняли видеоролики на своих YouTube-каналах или, допустим, ВКонтакте выложили. Вот эти ролики, это как бы ваше уже творчество, ваша благодарность за то, что вы получили этот приз. Мне бы хотелось тоже вас отблагодарить за то, что вы сделали хоть маленькую, но работу для нас. И сняли такой видеообзор, порекомендовали мой канал. Дорогие мои друзья, те, кто делал видеоролики на своих YouTube-каналах или где-то еще в соцсетях, пожалуйста, напишите мне сюда комментарий и точно так же прикрепите ссылку, где есть такой видеоролик с распаковкой подарка от деревенского дневника очень многодетной мамы. Таким зрителям, таким участникам и таким победителям мы сделаем дополнительный подарок. Это сертификат на покупку на сайте Ультравет. Сертификат будет точно так же разыгрываться, тоже в воскресенье, вместе с общим, как говорится, розыгрышем. И для тех, кто прислал 3 ссылки, и для тех, кто прислал 6 ссылок, и для тех, кто снял видеоролик. Так что не забывайте под этим видеороликом оставлять побольше комментариев с информацией, чтобы потом в воскресенье можно было зайти и все разом жахнуть, все посмотреть, все прочитать и разыграть. Хочется побольше делать, как говорится, добра, приятностей для вас. И, конечно же, я вас жду в 18:00 в это воскресенье. Честно говоря, не помню, какая дата, уж очень я устаю и теряюсь во времени. Но я думаю, не потеряемся уж точно, я еще раз, может быть, даже напомню. Но именно под этим роликом я буду смотреть ваши ссылки. Дорогие друзья, не забывайте, что подарки мы дарим только моим реальным подписчикам, поэтому подписки у вас должны быть открыты. Я это буду, естественно, все проверять. Итак, кто не помнит подробностей, условия розыгрыша и участия в марафоне подарков, для вас прикрепляю ссылку, вот под этим роликом будет ссылочка, где прям разжевано, все подробно-подробно, какие категории, какие подарки, вот за что и почему. Посмотрите, сходите, узнайте и участвуйте, у вас есть еще время, я надеюсь, успеете все сделать как положено. Так, мои хорошие, буду с вами прощаться, нет, все-таки по скриптам сделаю. Дело в том, что мы еще затеяли лотерею, сельхозлотерею на нашем канале. Решили сделать такую вот, можно сказать, благотворительную акцию для наших тоже зрителей, чтобы они смогли приобрести себе либо козленка, либо поросенка из нашего хозяйства за 333 рубля. Чтобы, в общем, вам досталось наше животное, то, которое вы сами себе выберете из тех, кто участвует, вы должны прислать, ну, как билетик, да, лотерейный, прислать 333 рубля на мою карту. Карточку вы мою сбербанковскую найдете, естественно, в описании к ролику. Вот, и вы автоматически становитесь участником. Лотерею мы, может быть, проведем даже в это воскресенье. Может быть, если будет
много участников, достаточное количество участников. Если будет много, значит, сделаем два выигрыша, два животных разыграем, и козленка, и поросенка, или двух козлят. Все зависит от вас, дорогие друзья. Все правила, все условия, все сможете прочитать в описании к этому ролику, а я с вами все-таки прощаюсь, мои хорошие. Все, всего доброго, скоро увидимся, и пока-пока.